Место генерального директора угледобывающей компании «Колмар» занял Артем Левин, ранее заместитель гендиректора, директор по производству. Напомним, ранее мы сообщали о том, что экс-директор компании Сергей Цивилев был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Артем Левин – выпускник Якутского государственного университета с квалификацией «Горный инженер». Прошел школу от подземного горнорабочего до главного инженера шахты. В пресс-службе компании отметили, что данные кадровые изменения не повлияют на стратегию развития компании. К 2021 году «Колмар» намерен стать одним из лидеров на мировом рынке. Thank you.